Юная известная вокалистка Анапы Изабелла Андреасян, ученица 9 А-класса школы номер 7, первый кандидат на пост президента школьного самоуправления. На политических дебатах Изабелла рассказала учащимся о своей предвыборной программе. Что изменится в школе, если она станет президентом? Моя предвыборная программа состоит из того, что мы собираемся участить дни самоуправления, когда школьники будут замещать учителей, будут различные спортивные программы новые. Мы будем выезжать на Зорницы, за город, соревноваться в параллелях. Еще одна идея Изабеллы – сделать в школе аллею звезд. Первая звезда будет принадлежать основателю 7-й школы Геннадию Филиппову. Второй кандидат – ученик 10 А-класса, лидер волонтерского отряда «Лучики добра» Дмитрий Сверчевский. Если Дима станет президентом, он уделит большое внимание спорту. Увеличится больше спортивных мероприятий. Их хочется, чтобы еще возросло количество интеллектуальных развивающих игр. Что, где, когда, вроде морской бой. Заявок на участие в предвыборных гонках поступило более 10, но кандидатами стали только 2 ученика. Изабелла Андреасян и Дмитрий Сверчевский, по мнению учителей и учащихся, самые достойные кандидаты на пост президента школы. Президент – это лицо школьного детского коллектива. Президент должен быть у нас, во-первых, уважаемым в коллективе детей, во-вторых, он должен уважаемым быть в коллективе учителей. Президент не должен иметь дешевого авторитета прежде всего, а иметь правильную гражданскую позицию. Это самое важное. Выборы президента школьного самоуправления пройдут 15 октября. Избирателями станут учителя и ученики с 5 по 11 класс.